Друзья, хочу с вами поделиться вот таким ноу-хау, конусом для убоя птицы, который сделан из обычного дорожного конуса. Очень удобная конструкция. Ее можно либо подвесить, как в нашем случае, либо установить на какой-то держатель. Потом подставляете после операции ведро, и никакая капелька никуда не прольется, не разбрызжется. Учтите, что конусы бывают разные. Видите, вот этот конус, он повыше и поуже. Соответственно, для того, чтобы поместить туда курицу, его нужно будет обрезать чуть ли не пополам. Ну, голова гуся, думаю, пролезет и в необрезанный конус. Вот этот конус для курицы приспособлен больше. Он пошире и поменьше. Мы отрезали всего лишь, наверное, сантиметров 10. И все, вот голова курицы появилась, как говорится, на свет для манипуляций. Какие бы ни были конвульсии, никогда птица отсюда не выберется. Конус довольно гладкий, можно сказать, скользкий внутри, как раз под данную операцию. Вот такой ноу-хау. Обязательно посмотрите на канале про наш автономный курятник. Мы можем не приезжать на дачу до месяца. Сейчас в правом верхнем углу экрана подсказка. И также по отоплению курятника, по незамерзающей поилке, по бункерной кормушке на 90 кг сухого корма. Также можете посмотреть на канале. Считаю, что эти ролики довольно познавательные. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. И всего доброго.